В столице республики в День России решили озеленить сквер матери. Там прошла акция «Цветы добра». Школьники и студенты, горожане и представители общественных организаций высадили несколько сотен цветочных растений. К слову, «Цветы добра» в этом году расцветут во всех округах и пригородах Якутска. У всех у нас одна мама и одна родина – это великая наша Россия. И сегодня мы говорим, что Россия – это наш большой дом, наша большая семья, в котором должны рождаться и развиваться, воспитываться наши дети, в котором должно быть боль и страдания, в котором мы должны чтить наших пожилых людей, чтобы они жили и не болели долго и долго. И, конечно же, мы сегодня гордимся теми мужественными людьми, которые прославляют нашу родину, Россию.